5 лет сразу Конгресс Узбекистанцев ведет в разном формате взаимодействие с армией, которая мигрантов. И хочу тоже честно сказать, как и вы, что увеличивается количество трудовых мигрантов, желающих ехать в Россию, это некая иллюзия. Увеличивается количество нелегальных мигрантов. Вот это факт. Очень правильно было сказано господином Масловниным. Отношение российского общества к людям труда давно пора менять. Все они заезжают легально, и автоматически они становятся нелегальными. Большинство из них. Вот каждую субботу мы мониторим на всероссийских средствах совещания по скайпу. У нас получается картина. В соседних регионах, вот допустим, Тульская область, заехало в прошлом году 120 тысяч человек. Это вот они официально как бы зарегистрировались. А пакет на трудовую деятельность они получили порядка около 20 тысяч человек. 100 тысяч человек, непонятно. Мы старались, как и вы, вот, как и мои коллеги, вот общественники, обучать трудовых мигрантов русскому языку. Собирали деньги, где-то в общежитии, где-то в классах. Вот, к большому сожалению, моему стыду, часто приходилось встречаться с милиционерами, еще кое с кем, которые уже научились говорить по-таджикски, сколько надо взять туда, по-узбекски, по-киргизски. Но это вообще-то вот, нонсенс, которого вот, в нашем любимом российском обществе происходит. Кто что делает? Вот поддерживая вот, Юрия Викторовича, вот, нашего московского, очень было правильно сказано. Нерадивым вот, чиновникам, коррупционерам надо применить уголовные наказания. Вот это они, предпечники, они же служат третьим силам. Не для интересов России, не для интересов стран исхода трудовых мигрантов, именно третьим силам, которые давят последние годы на нашего президента Путина, на наших союзников. Вот, вот это вот, я думаю, что уважаемые представители и коллеги, которые раскручивают Федерацию мигрантов России, вот, применение амнистии трудовым мигрантам — это половинчатая мера по отношению оздоровления сферы трудовой миграции в России. Пример. Большое количество трудовых мигрантов приехало из Турции в Германию. Конечно, вначале было очень много проблем. Но уже наладили, и все взаимодействует более чем четко. Пример. Республика Узбекистан и Республика Корея. Очень четко налажено. И практически нет проблем. Все по-людски. Что нам мешает? Мы, господин Парамоновский, 5 раз встречались. Уговаривал я лично, ну, давайте мы заключим соглашение с вашим уважаемым организацией. Вот также заключить и другими национальными объединениями, ибо регионы, все представительства обяжут, чтобы с вашими структурами взаимодействовать. Нет. Зато во всех субъектах России самые уважаемые инспектора Федеральной миграционной службы очень хорошо взаимодействуют с криминальными структурами и коррупционерами. У одного инспектора ФМС десятки посредников, в том числе руководители нерадивых диаспоральных структур, которые все начинали. Майские указы нашего президента Путина приводят к, как бы, опускать ниже плинтуса. И куда дальше? Поэтому я буквально недавно был в Узбекистане, вот прошли там в этой республике очень большие изменения происходят, и на улице, и, там, где я встречался, доброе отношение к россиянам, к Российской Федерации. Самые непростые времена все показали, кто есть кто, кто есть союзник, а кто не совсем. И поэтому тоже, коллеги, сегодняшний день в Узбекистане, вот до конца года, до конца этого года, будет создано уже почти 1 миллион свободных мест, рабочих мест.
уже 500 обеспечили, и сейчас идет усиление работы в этом направлении. И представляете, на 1 000 000 человек на следующем году мы, значит, трудов мигрантов не получим. А дальше будет еще хуже. И поэтому я, с вашего позволения, коллеги, обращаю внимание, я считаю, что мы все состоявшиеся люди грамотнее, чем я, допустим, да, вот. Но нам от иллюзии надо уходить. Если Федеральная миграционная служба так бездарно поступила с нашим российским обществом в первую очередь, так ее надо тогда, эти полномочия выдачи патентов надо передать структурам Министерства труда и занятости населения. Они не знают, куда, сколько направляют туда мигрантов. Они, наверное, вот, господин поставил, подтвердит, на Дальний Восток надо куда-то же отправлять. Сибирский федеральный округ. Зачем все едут? Вот, например, в Тульской области 100 тысяч человек почти едут под Москву или Московскую область. Это же есть национальная, это вот реальная угроза национальной безопасности для России. Поэтому вот, предлагаю вот дальше пойти, не останавливаться только на этой комиссии, которую мы поддержим в однозначном порядке, но идти надо дальше. Вот, я бы очень настойчиво попросил бы наших коллег, что выдача патента нужно передать Минтруду России и установить контроль, значит, налоговым службам за исполнением этих выдачи и распределения квот в регионы России. Поэтому, коллеги, я буквально очень коротко еще, с вашим позволением, уважаемый председатель, хотел бы отметить, что в Узбекистане насколько народ по-доброму относится к нам. Вот бизарная политика, которую уже упомянули, вот господин Сафтарак и другие коллеги, вот нам вот это отношение надо сохранить с нашими союзниками. Удержать будет очень тяжело, не дай бог там взорвется вот за рекой вот, у наших коллег. А к этому идет. Вот. В связи с этим я хотел бы обратить ваше внимание. Вот очень правильно сказал Кожириновского, наш коллега. Если 3-4 веков, значит, было Татарское ханство, Хорезмское государственность, Бухарский мир, независимо от национальности вероисповедания, эти граждане подданы Российской империи, а в последующем они стали гражданами Советского Союза. По ходу развала, вы все знаете, кто это организовал развал, не хуже, чем я, развалили Советский Союз. И они же вот этот развал используют дальше для разоружения для наших коллег и наших земляков и все-таки наших значит, соответственников. А получается, вместо того, чтобы как бы усилить адаптацию, усилить интеграционные процессы между нашими странами и народами, мы получаем полную разобщенность, и в этом нам помогают коррупционные элементы. Поэтому предлагаю, коллеги, дальше двигаться. Мы с большим удовольствием готовы поддержать Федерацию мигрантов России и все новые начинания. Не только амнистии, полагаю, что надо идти дальше. Надо на высоком законодательном уровне принимать нормальные человеческие законы по отношению к людям труда. Пока нас уважают, пока к нам едут, надо это воспринимать. Хочу сказать, что в будущем это будет дефицит за трудовыми мигрантами. Это сегодня будут говорить, шпиняем трудовых мигрантов. А завтра будет, поменяется. И мы, не дай бог, получим европейские вот, как бы пожары, значит, которые у них происходят. Большое спасибо за эмоциональное выступление. Уважаемые коллеги, Всероссийский конгресс успехов узбекистанцев с большим вниманием следят за событиями, которые происходят как внутри нашего общества, российской государственности и, значит, вокруг Центральноазиатских и Среднеазиатского Востока. И мы очень сильно болеем за внутреннюю крепость конструкции Российской Федерации, которая сегодня показала своими действиями и в Сирии, и Ираке, и других странах, что простые люди, простые мусульмане поддерживают позицию Владимира Путина и политическую руководство Российской Федерации.